Рязанской области проводится Всероссийский физкультурно-спортивный фестиваль ГТО «Одна страна, одна команда». О его проведении рассказала глава регионального Минспорта Татьяна Пыжонкова. В 2017 году завершается третий этап внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». И завершается он ярким событием – Всероссийским физкультурно-спортивным фестивалем ГТО «Одна страна, одна команда». Фестиваль проходит с 20 сентября 2017 года по февраль 2018 года в два этапа. Первый региональный этап фестиваля проводится в субъектах Российской Федерации с 20 сентября по 20 декабря. Второй этап пройдет в рамках официальной и деловой программ Международного форума «Россия – спортивная держава», который будет проходить в феврале 2018 года. Рязанская область активно включилась в проведение Всероссийского физкультурно-спортивного фестиваля «ГТО «Одна страна, одна команда». В течение октября во всех 29 муниципальных образованиях региона проводятся фестивали ГТО, в рамках которых жители области разных возрастов могут пройти тестирование на нормативы комплекса. Информация о сроках проведения фестиваля ГТО в муниципальных городах и районах области размещена на официальном сайте нашего министерства. Там вы можете ее получить полностью исчерпывающую. Организаторы фестивалей в муниципальных образованиях ищут новые яркие формы проведения физкультурно-спортивных мероприятий, привлекательные для рязанцев. Так, в Шацком районе в рамках фестиваля в этом году состоялась первая спартакиада трудовых коллективов. Прошли соревнования по палеотлону. На базе физкультурно-спортивного комплекса «Атлет» состоялось лично-командное первенство по плаванию. В большинстве муниципальных районов фестивали состоятся в ближайшие недели.